Здравствуйте, меня зовут Гюльшат Бейза Кайхан. Я студентка кафедры коммуникационного дизайна и менеджмента факультета коммуникационных наук. Анатолийский университет имеет только один кампус – кампус имени Юнуса Эмре. Наш кампус – это городской кампус и расположен в самом центре Эскишехира. Вы можете легко добраться до любой части Эскишехира из нашего кампуса, расположенного в центре, пешком или на общественном транспорте. В нашем кампусе имени Юнуса Эмре, расположенном в центре Эскишехира, жизнь продолжается 24/7. Вы можете делать потрясающие фотографии для социальных сетей в нашем кампусе имени Юнуса Эмре, где вы можете увидеть все оттенки зеленого. Возможно, вы не захотите покидать наш зеленый и безопасный кампус. В Анатолийском университете вас ждет множество возможностей – от спортзалов до бассейнов, от фитнес-центров до теннисных кортов, до футбольных, баскетбольных и волейбольных площадок. Вы можете пройти обучение по двум направлениям или смежным направлениям в желаемой кафедре. Таким образом, вы обучаетесь на двух кафедрах. Вы должны состоять в студенческих клубах, работающих в интересующих вас областях. Вы должны принимать активное участие в мероприятиях и проектах. Анатолийский университет придает большое значение и поддерживает проекты студенческих клубов. Вас ждут десятки клубов на любой вкус. Центральная библиотека Анатолийского университета открыта круглосуточно и без выходных, за исключением июля и августа. Всего вас ждут более 1 миллиона книг, электронных книг, журналов, электронных журналов, академических исследований. В нашей столовой вас ждет трехразовое питание в виде завтрака, обеда и ужина с блюдами, приготовленными в гигиенических условиях, по приемлемым для студентов ценам. Кроме того, для студентов, придерживающихся веганской диеты, готовится специальное меню. Также предлагается здоровое меню для больных с сахарным диабетом и глютеновой болезнью. Анатолийский университет – один из самых активных университетов Турции. Ежегодно проводится около 2500 спортивных, культурных, научных и общественных мероприятий. Проходит много мероприятий от театра до кино, от концертов до конгрессов. Вы можете завести новых друзей в кампусе имени Юнуса Эмре, одном из самых красивых кампусов Турции. Вы можете улучшить себя во всех смыслах с сильными социальными, спортивными и культурными возможностями Анатолийского университета. Вы можете прожить студенческие годы, которые всегда будете вспоминать с ностальгией, накопить незабываемые воспоминания. Я рекомендую вам насладиться нашим кампусом и воспользоваться всеми возможностями нашего университета. Мы ждем всех вас в Анатолийском университете для нового старта. Успехов на экзаменах!